Окей, стрелки на глазах – это классика макияжа. Но в то же время стрелки на нижнем веке – это абсолютно новый тренд, который ворвался к нам в этом году. Но в то же время нужно понимать, что такие стрелки подходят не всем девушкам, потому что они визуально уменьшают глаза. Зато они помогают сделать взгляд по-настоящему сексуальным. Стрелки на нижнем веке могут создаваться абсолютно разными косметическими средствами. И карандашом, и жидкой подводкой, и кремовой подводкой. В общем, тем, чем вам удобно. Кроме этого, вы можете использовать обыкновенные тени, и подводка может быть абсолютно любого цвета. Например, синего. Обратите внимание, что карандаш обязательно должен быть подточен, и он ни в коем случае не должен растекаться. Обычно стрелки на нижнем веке визуально сужают глаза, поэтому я вывожу стрелку за внешний уголок глаза, чтобы у нас взгляд был такой хитрый и загадочный. Тушь для нижних ресниц я советую или не использовать вообще, или использовать такого же оттенка, как наши стрелки, чтобы не было нагромождения. Если у вас нет туши нужного оттенка, например, у меня нет синей туши, то можно использовать один маленький трюк. Мы берем карандаш, которым подводили глаза, и скошенную кисть. Набираем немного карандаша на скошенную кисть, как это странно не звучит, и переносим это на ресницы. И заключительный штрих – красим наши верхние реснички тушью. Ну что, как вы видите, подводка на нижнем веке может выглядеть очень романтично и свежо. Главное – не переборщить с ней. Так что экспериментируйте, а с вами была Маша Вэй. I love your style, baby.